Стоп! Замечание для центра поиска будет за пределы двора. Данного поединка. Боковой бацентр. На ковре. Тятюшин Владимир, Мухин Артем. За ними готовятся Филатов, Никита, Московская область. Пиманенок Константин, Иркутская область. После них готовится весовая категория свыше 70 кг, юноша 12-13 лет. Николаев, Лаврентий, Ленинградская область. Алапьев, Михаил, Калининградская область. Браво. Стоп. Предупреждение по результатам пояса. Выход на пределы двора. Один балл в этом тире пояс. Представляем бойцов на ковре номер 3. Красный пояс. Тятюшин Владимир, Московская область. Синий пояс. Мухин Артем, Московская область. Готовится. Москвин Владислав, Калининградская область. Емельянов Михаил, Хабаровский край. Что, фронтиками надо работать? Один балл в этом тире пояс. Один балл в этом тире пояс. А напоминаю, один балл. Балл красному, удар первой технической. Балл красный. Балл спини. Балл красному, удар. Балл спини. Балл красному, удар. Равные. Балл спини. Оценка неэффективна. Бал красному, бал синему. Огонь закрывать надо. Руку вытащи. Бал синему, да. Ножка, ножка. Удержали. Бал красному, активность синему. Второй бойцов боец красный пояс, Елешкин Илья. 5 секунд полежа неэффективен. Синий пояс правосок, работа Калининградская. Готовится Москва, Владислав Калининградская, Илья Кирилл, Хабаровский край. Давай. Вход, выход, постоянно осыпать надо. Лишь ведет. Активно до начала удара, бойцы синий пояс. Да, засчитали. 3-4-12. Балл красный удар ногой в туловище. Судьи, бросок спадения на колени без оценки. Неэффективно. Радченко Алексей, Калининградская область. Вышел без оценки. На ковер приглашается Большаков Константин, Лавневой Александр. Готовится Попов Илья, Девятов Дмитрий. Балл красным, удар рукой в голову. Активность синего, бросок. Неэффективно. Неэффективно. Почетче, почетче. Да, 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 да. Сам поймешь, когда надо делать. Бал синему. На ковро смотри. Назад, назад, назад. Тяга, тяга, тяга. Бал синему. Побей, побей чуть-чуть, побей. Неэффективно. Два балла бойцу с красным поясом, удар ногой в голову. Два балла бойцу с красным поясом, удар ногой в голову. Замечание красному за выход с ковра. Для пары готовится Попов Илья, Девятов Дмитрий. Сзади держали красного. Два стоп остановить поединок. Два балла бойцу с красным поясом, удар ногой в голову. Бой
стал 13-3. Бойцы на середину, снимаем шлема. В этом бою победу ввиду явного преимущества за счетом 13-3 одержал боец с красным поясом Тятюшев Владимир, команда Московской области.